Ну что же, так как интернет у нас обломался, делаю вам запись уже остатков из того, что у нас с вами получится. Итак, получилась у нас вот такая вот корзиночка. Загрузила я наш краситель, предварительно окрасила пакет. Вот такая вот насадка. Ну, честно говоря, не знаю, какой номер, как она называется. Вот такая вот насадочка для зелени. И мы с вами делаем вот такую вот зелепушку. Заполняя тем самым пространство. Уже и крем тут, пока мы дождались. Нет такой стабильности. Вот все вот эти белые прорехи мы с вами заполняем. Что-то заполняем таким кремом, что-то заполняем кремом насадка листик, да, ну как всегда, чтобы у нас было оно будет более такое живая, вот такая более воздушная корзиночка за счет вот такой вот листвы. Если, в принципе, нет такой, можно любую другую. Самое главное, чтобы, ну, не были они более-менее такие одинаковые, чтобы разница какая-то была между листвой. Тогда будет более такое живое. Что-то такое заполнили, что-то листиком. Ну, как, в принципе, как всегда в корзиночках. Разные листва. И вот таким образом с вами создаем объемчик для нашей корзиночки. Такая красота. Сейчас немножко переключу вам другой вид камеры, чтобы вы могли полюбоваться. Посмотрите, какая красота. Просто прелесть. Такая вот корзиночка с анютиными глазками. У нас в итоге получилась вот такая вот корзинка. Надеюсь, что данный декор вам понравился, что вы поставите мне свои лайкусики. Ну и, конечно, как всегда, если вы были сегодня со мной впервые, значит, обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. Я с вами не прощаюсь, мы с вами увидимся завтра на наших пасхальных капкейках, которые мы должны были сделать сегодня, но, к сожалению, интернет нам не дал такой возможности. Так что до завтра, всем пока-пока!